Еще одна проблема кроссовок – это стирание задней части каблука и носков. Для того, чтобы сделать сюда набойки, я использую кожвалун. Так называемая волокнистая резина. Она используется как заменитель кожи в кожаных подошвах, в частности в дамских. Ну, она довольно прочна, и из нее можно делать набойки. Единственный минус, что она тонкая, и придется накладывать несколько слоев. Вот первый слой я уже приклеил, он уже зачищен, намазан клеем для второго слоя. Вот я вырезал косяк назад. Сейчас вырежу носок, я его уже отметил. Кожвалон довольно неплохо режется ножницами. В горячем виде его можно еще и ножом резать. Та поверхность, которую я буду приклеивать, уже зачищена. Но поскольку я за нее берусь пальцами, я ее еще дополнительно зачищу, чтобы не осталось жира на поверхности. Нечищенная поверхность у меня вот такая вот, глянцевая. Так, у нас уже одна пара набоя нагрелась. Точнее, одна набоя. Я подогреваю сам кроссовок. Все хорошо видно по белеющему клею. Даю ему немножко схватиться, чтобы когда я буду обрезать, не оторвать. Когда клей горячий, он легко отпускает назад. Кстати, это свойство часто применяется, когда нужно разобрать что-то склеенное клеями. Типа десмокового инорита. Достаточно разогреть градусов до 85-90. И аккуратно можно разобрать. Но тут нужно быть очень осторожным, потому что некоторые типы подошв, например, подошвы из ТЭПа, термопластичного эластомера, при этих температурах уже начинают плавиться. И ее можно очень легко деформировать. Так, готово. Теперь осталось обрезать и зачистить края. Этот край я обрезаю. Набойки на кроссовках я не могу прибить гвоздями. Здесь нет жесткого основания, поэтому они будут держаться исключительно на клею. Всю эту можно уже обтачивать. А вот это второй кроссовок. Здесь помимо набойки еще и носок. Я их уже приклеил, обрезал. Сейчас буду шлифовать на станке. Первая набойка уже зашлифована. Вот она выглядит вот так.